встречайте нашего участника. Лалаян Альберт, город Харьков. Рассвеши снежного, рассвеши меня, рассвеши меня. Привет. Привет. Знакомые лица. Ты лица видишь. Значит, Альберт, я сразу хочу сказать, да, мы действительно читаем этот бред. Просто да. В анкете написано «Ваша мечта». Он написал «Ананас, рыбак, Черкасы». В скобках написано «Это просто мне интересно, вы серьезно весь этот бред читаете или нет?» Да, читаю. Скажите, пожалуйста, Альберт, вот да, друзья вас называют «Господин», вы написали. Ну да, вы мне друг или... А вот сейчас мы и выясним. А с каким животным себя ассоциируете, написано «ласточка». Да. Вот такая миниатюрная ласточка. Ну, я, скажем так, у меня есть брат, вот. Да. Вот ласточка. Как вам такой юмор, нет? Неплохо, неплохо. Хочется, конечно, посмешнее. Вы же сценарист, написано «ведущий секс-машина». Да. Так как нам вас сегодня назвать? Господин, ласточка или секс-машина? Как вам угодно. Вот. Ласточка, начинайте. А я думал секс-машина. Секс-ласточка, начинайте. Итак... Альберт, у вас есть минута, вы готовы? А чё вы все на «вы» общаетесь? Я... Альберт! Слышь ты, начинай тебя! Вот так! Готов? Готов! Погнали! Здравствуйте, меня зовут Альберт, это не единственный мой недостаток. Сегодня ехал в метро, посреди остановки на станции забежал мужик, остановился и такой говорит: «Слава Украине!» Мы все просто смотрим на него, ошалешенный, он такой... Понятно, понятно, вот, и ушел. Вот, мне кажется, просто этот человек, он 10 лет назад уехал из Кировограда и до сих пор не может туда вернуться. Вот, знаете, многие мои фанаты говорят: «Альберт, зачем ты нас придумал, везде о нас рассказываешь», вот. Но вот такой вот я человек, да. Недавно расстался с девушкой, не я, кто-то, я просто увидел, так что-то впечатлило, решил вам всем рассказать, вот. На самом деле, я тоже расстался с девушкой. Она говорит: «Все, расстаемся, хватит. Ты грызешь ногти, портишь мне маникюр». Вот. Я так расстроился. Потрепали вы мне нервешки. Не расстраивайся, Альберт. А я-то думал уже все. Не грызи ногти. Думаешь, я не могу больше 58 секунд? 1000 гривен. Я проверять не буду. Я подсмотрю пока. Подсмотри, подсмотри. И подвыбери там хорошенечко. Да, готов. Пойдем. Готов. Пойдем. Вторая минута, 5000 гривен. Альберт с бомбовыми шутками. Поехали. Спасибо, Игорь, что испортил ожидания. В общем, недавно жил с девушкой, вот. И я иду домой, она звонит, говорит: «Привет, купи чего-нибудь вкусненького». Вот вкусненькое, да, женщины? Как можно понять, что такое вкусненькое, если в зависимости от вашего настроения это или заварное пирожное, или рогань двушка темного? И знаете, я с ней расстался, решил выйти на улицу, подойти к первой встречной и предложить ей отношения. Я подошел к первой встречной девушке, говорю: «Привет, переспишь со мной за 100 баксов?» Она говорит: «Идиот», и ушла. Вот. А я уже рассчитывал на эти деньги, вот. Я знал, куда их потрачу. Вот. В общем, 5000 гривен твои. А спасибо. Есть что-то еще сильнее, Альберт? А что вы хотите? Ну, танец, хочется... Нет, танец не надо. Помимо. Пародия на... Именно понтомима, да. Нет, хочется просто... Ты же очень неплохой комик, понимаешь? Да ладно. То есть я спокоен. Ну ладно. Вот, и хочется от тебя услышать что-то такое, в общем, какую-то классную репризу. И мы все ждем и ждем ее. Ну вот хочется засмеяться, а не просто натягивать улыбочку. Ну давайте попробуем. Посмотрим. Пора бы уже. Третья минута. Третья минута, 10 тысяч гривен. Честно говоря, я за тебя переживаю, Альберт. Поехали. В общем, и расстался с девушкой, она говорит: «Ты помешан на сериале «Бригада». А я вот так не считаю, это полная чушь, потому что я такой, какой я есть. И чем раньше она это поймет, тем лучше будет для нас обоих. Вот, но, знаете, она просто старше меня. Вот, чтобы вы понимали, насколько старше, вот мы когда ходили в кино, я проходил по детскому билету, вот. И знаете, у нас отношения долго плохо развивались, потому что я боялся ее поцеловать, серьезно. Я первый раз, когда ее поцеловал, я закрыл глаза не от чувства, а от страха, вот. Потому что я боялся, что я открою глаза, у нее тоже открыты глаза, вот. И она прям смотрит так на меня, типа: «Что ты делаешь, парень?»
Вот. Но, в общем, я армянин, вот. И у нас, у армян, есть такое странное имя Сосун. Вот. Это действительно имя, вот. И когда Сосун приезжает в Украину, чтобы он не обижался, его все называют Саша. Только в обратную сторону это не работает. Если в Армению приезжает Саша, его никто Сосуном не называет, вот. Вот ну ты даешь, так. Господи. Все, иди, готовься, приходи. Хватит тебе уже. К вам домой приду. Нет, ты не знаешь, нет, где мы живем. Пока. Счастливо, все, спасибо. Удачи. Альберт, приезжай к нам еще. Рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши смешного и под столом валялся. Очень-очень круто, приезжайте, играйте, очень весело.